российский флаг – символ нашей страны, наша гордость, то, что является для нас священным и очень дорогим. Все самые торжественные, знаменательные события в нашей стране мы проводим вместе с нашим триколором. Приятно, что этот праздник становится более заметным и популярным и на улицах, и в кругу семьи, дома. Я поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации. Российские болельщики, российские граждане с гордостью несут российские флаги на победах наших спортсменов. Но, наверное, очень важно вот осознание того, что наш флаг является одним из самых красивых в мире. Он имеет огромную, колоссальнейшую историю. Меня радует то, что сегодня не только чиновники ставят российский флаг в свои кабинеты, но и многие бизнесмены с гордостью ставят российские флаги в своих офисах. Это очень важно, осознавать, что мы являемся частью, каждый из нас является частью великой державы, а российский флаг олицетворяет мощь и силу нашей страны. Флаг – это живой организм, он развивается. И наше вот традиционное красно-бело-синее полотнище, оно претерпевало разные виды изменений за 300 лет российской истории. Я думаю, что и в нынешнем варианте флаг, наверное, через несколько десятилетий, может быть, будет чуть иным. Может быть, на нем появится, как было в старые времена, золотой орел. Самое главное, надо понимать, что флаг, герб, имя государства, имя народа – это то, с чем мы рождаемся, с чем мы умираем. То, чем мы должны гордиться. Я поздравляю всех с Днем Государственного флага России. Если вы спросите меня, есть ли у меня флаг дома, есть ли у меня возможность в празднике вывешивать флаг в моем родном поселке, где я родился, да, есть, и я всегда это делаю с большим удовольствием. Всегда при этом присутствуют мои внуки. Так что я с удовольствием поздравляю всех с этим праздником. Он вошел в историю нашей страны как один из самых молодых, современных праздников. И он очень дорог тем, что практически в каждом уголке нашей страны есть этот главный символ нашей страны – флаг Российской Федерации. Я поздравляю всех граждан Российской Федерации, всех молодогвардейцев с Днем флага России. Флаг – это наш главный символ. Флаг – это символ нашей независимости. И я желаю всем, чтобы у каждого человека в его доме, в квартире, на даче обязательно развивался российский флаг.